В годовщину трагедии соболезнования родным и близким погибших при пожаре выразил почетный гражданин города Одесса Сергей Кивалов. Трагедия, которая произошла ровно год назад, 4 декабря на улице Троицкой, унесла жизни 16 человек. Дана ли правовая оценка произошедшему? Наказаны ли виновные? Сделаны ли выводы? Это риторические вопросы. Приморский районный суд Одессы перенес рассмотрение дела о пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса уже в 8-й раз. А одесситы помнят и скорбят. Зажигают поминальные свечи, приносят цветы к месту трагедии и молятся, чтобы никогда больше подобное не повторилось.